Привет. Привет, Артём. Пытаюсь найти вопросы. Да, и, ребят, смотрите, давайте поотвечаю на вопросы, которые у нас есть в телеграм-канале в школе автономии. Потому что некоторые вопросы я вижу, что люди пишут, но отвечать смс, то есть написать там два слова, ну, это как-то некорректно, наверное, да? Вот, поэтому давайте я лучше поотвечаю. Так, смотрите, пишет. На неедине сна... Ну, нет, абсолютно, напрягаться даже не надо. Есть не спящие, здравствуйте. Смотрите, в организме происходит несколько стадий. Несколько стадий, и это как в жизни, это как в мире. Погода, есть дождливая погода. И они все равно меняются. То есть нет такого, ну все, дожди прошли, теперь в мире дождей не будет. Нет, это не про это. В мире все равно будут дожди. Тиша, подойди, пожалуйста. Дай, чтобы я не вставала, телефон мне вот этот вот. Угу. Я все себе включила. Спасибо. Так, это чтобы я читала сообщение. Вот. И у нас нет такого, что кто-то, например, будет говорить, что все, дожди прошли, в мире больше дождей, на этой планете больше дождей не будет. Да нет, есть такая же цикличность, она есть везде, эта цикличность. И неважно, на каком типе питания, либо не питания ты находишься. И вот когда пишут на неедении, что нету сна абсолютно, я могу сказать, что есть разные абсолютно моменты. Да, чаще всего его нет. Вот. И я могу сказать, что у меня, например, нет кровати, у меня нет дивана. У меня есть вот этот вот огромный пуф, который мне очень удобно. Вот, я на него сажусь и работаю. Как правило, я ночью работаю, делаю там какие-то определенные моменты в тишине, никто мне не мешает, и очень удобно. Но есть такие моменты, они бывают раз в несколько месяцев. Ну, раз, наверное, может быть, там в полгода. Сейчас вот было раз в 7 месяцев, когда мне просто очень захотелось спать. Это было, ну, наверное, уже прошло где-то месяц после того момента. И я помню, что мне прям так хотелось спать. То есть я иду, я чувствую, что я иду, у меня глаза закрываются. Вот просто невозможно. И я думаю, ну, я себя насиловать не буду. То есть это не... Если организм так себя повел, значит, что-то в нем есть.
Значит, что-то для чего-то ему это нужно. И я практически двое суток я спала. То есть я какие-то дела поделаю, которые мне необходимы. И ложилась спать. То есть я не ходила, не занималась спортом. Я не ездила на свои какие-то занятия. Я только спала. Вот двое суток практически я только спала. Я, наверное, из 48 часов не спала только, ну, часов 8 это в лучшем случае. И потом это все просто как рукой обрубило. Но нельзя утверждать, что этого нет. Это я, конечно, вам рассказываю только свой опыт. У вас может быть по-другому. И вот эти вот моменты, когда кто-то начинает говорить, то есть у меня была недавно такая ситуация, мой хороший знакомый, мы общаемся уже, ну, наверное, лет 10 точно. Это когда вот эта вот вся вот эта вот мешанина началась вот с этим неедением, с праноедением, когда были чаты еще в WhatsApp, когда мы все вот эти вот, все друг друга знали, те, кто сейчас разбрелся. Есть такое слово «разбрелся»? Когда мы все уже сейчас разбрелись. Но тогда мы друг за друга держались, поддерживали, что-то там выискивали. И с некоторыми продолжаем ребятами поддерживать, я там, кто-то еще поддерживать связь. Вот. И мне один человек говорит, слушай, говорит, зайди, говорит, вот в этот вот чат, там вот, там такая-то ситуация, девочка там столько-то не ест, там, она хочет выйти на еду, поддержи ее. Я говорю, слушай, говорю, я такими вещами не занимаюсь, но, говорю, ради тебя, говорю, если ты позвал, говорю, значит, что-то там, наверное, есть стоящее с удовольствием. И я туда зашла, и там были разные люди, абсолютно разные, и получилась такая ситуация, что мне начали доказывать, что так это и так это. И я же не про то, что спорить прихожу, я же не про то, что вам что-то доказывать прихожу. Я рассказываю только свой опыт и опыт своих ребят, которые идут со мной, которые идут в личном сопровождении, которые приезжают на ретриты, которые проходят марафоны, которые отписываются, и я знаю, как у них идут дальнейшая жизнь, как складывается, дальнейший образ жизни. И на основании этого я начинаю рассказывать этот опыт не о том, что я кого-то не знаю, где-то прочитала, нашла какую-то информацию, книгу, ролик какой-то посмотрела и начинаю вот его доказывать. Нет, это к тому, что очень важно делиться именно своим опытом, потому что часто очень бывает такое, что человек во что-то поверил, и это классно, когда есть какая-то вера во что-то, когда что-то двигает, какая-то вера вас куда-то ведет, куда-то двигает. Но очень часто бывает такое, что ты в нее поверил, ты ее не проверил, и начинаешь спорить с тем человеком, который рассказывает свой опыт. Но, наверное, это просто тебя отгораживает еще от одного опыта, еще от одной информации, еще от другой возможности, которая может быть. Поэтому если вам кто-то что-то говорит о своем опыте, не выбрасывайте это в помойку. Не делайте так, чтобы ваши границы сузились. Скажите, у него так бывает, но у меня такого никогда не было. Но это не говорит о том, что такого не бывает. И вот когда мы говорим, что при неедении нет сна, да не всегда. Есть, наверное, люди, которые не спят вообще. Я знаю таких людей, которые не спят вообще, у них физиологически не получается спать. Но не все люди, которые ведут иной образ жизни, не спят. Некоторые спят, и спят с удовольствием, спят каждый день. Да, у них не 7-часовой сон, не 8-часовой сон, у них сон примерно 2 часа. Но это их перезагрузка, она абсолютно другая, в другом формате. Вот. Так, давайте сейчас здесь посмотрю, есть ли какие-то вопросы. Привет, ты очень красива. Спасибо, Артемочка. Оксана, добрый вечер. Артем, спасибо. Красиво. Так, понятно. Глаза красивые, спасибо. Всем привет, ставим лайки, кому не жалко. Шлем сердечки. Спасибо.
Так, давайте дальше по вопросам. Если есть вопросы в чате, ребят, то задавайте. Андрею Ефимову отдельное спасибо, что он раскрывает все вопросы. Да, кстати, вот про подростков очень часто спрашивают. Если интересна тема подростков, то тоже напишите, мы. Мы тоже раскроем. Да, и еще, ребят, знаете, сейчас начинаешь вот искать, даже не искать, например, выходишь в YouTube, и там лента начинает предлагать тебе какие-либо ролики. И смотришь, и тут сенсация, и там сенсация, и тут просветленные, и там просветленные, и все просветленные такие. И знаете, я не буду спорить о том, что такое просветление, кто такой просветленный. Но я могу вам сказать свой опыт, рассказать, что как по мне, так я считаю, просветление, оно достигается тогда, когда у тебя отключается дыхание. Все остальное. Так говорю, потому что просветление это когда тотально нет эго. А в нашем мире без эго, наверное, без него либо не прожить, либо прожить уже где-то, знаете, на горе, в отшельничестве, там, где тебе не нужно вообще ничего. И никто уже, в принципе, не нужен. Ты без эго не сможешь воспитать даже ребенка. И вы попробуйте воспитать без эго ребенка. Не получится. И эго отключается, когда... Я, наверное, вам уже рассказывала неоднократно, когда у меня была такая ситуация, что меня настиг приступ астмы. И настиг он на улице. Вот. И когда я упала на четвереньки, и когда я не могла дышать, я просто стояла и смотрела, как у меня синеют руки. Это было такое зрелище, знаете, когда это происходило. Что такое отключение эго? Это когда у тебя нет состояния, когда тебе не страшно, у тебя нет страха, страху не на чем базироваться, когда у тебя нет мысли о том, что а что будут, я сейчас умру, а что будут делать мои дети, вот я сейчас умру, а что будет вот это, у тебя и этих мыслей нет. Это когда ты вообще ни о чем не мыслишь, когда ты ничего не боишься, когда ты ничем не наслаждаешься, когда ты даже не можешь ощутить, хорошо тебе сейчас или нет. И вот это вот тотальное состояние. У тебя ты просто ощущаешь вот этот вот момент, который происходит. Это не боль, что ты не можешь дышать. Это не страх. Это даже не предвестник смерти. Это сама смерть. Сама смерть без всего. Догулялся, да? Это сама смерть без всего, без оценки, без того ощущения, что смотреть или не смотреть на свое тело. То есть ты еще в своем теле, ты не за пределами. Бывали состояния за пределами тела, когда ты мог на него смотреть, и это другое состояние. А здесь ты как будто бы не
умер и смотришь на эту смерть, а ты есть эта смерть. И вот это состояние, когда ты смерть всего воплощения жизни, вот это, наверное, и есть само состояние просветления. Только в момент недыхания с твоими клетками происходит абсолютно другая химия. А все остальные моменты – это глубинное пробуждение. Пробуждение жизни, когда ты просыпаешься в этом мире. И пробужденная ли я, меня много спрашивают, наверное, пробужденная. Просветленная ли я? Наверное, нет. Все-таки нет. Все-таки я думаю, что просветление – это как раз, когда твое тело, оно может быть этим миром. Оно не отдельно от мира. Оно не отдельно, то есть мир вот так живет, а в твоем теле целый завод работает отдельно от мира. Нет. Когда тебе, твоему, когда твое тело единяется со всей плотностью, и тебе нет необходимости не том, чтобы есть. Это наверное, самая начальная, самая первая стадия, я уже говорила неоднократно. А когда у тебя тотально отключается дыхание, вот тогда твоя клеточная химия, она перегружается моментально. И у тебя нет отслеживаний ни прошлого, что ты сделал, что ты не сделал, о чем пожалел, о чем не пожалел, кого любишь, кого не любишь, кого любил, не любил. Нет анализа. Есть, просто есть. Это как я приводила уже неоднократно пример, когда море просто есть. Вы думаете, оно что-то анализирует? Оно просто есть. Оно даже, ему даже не надо осознавать, что оно есть. А в дыхании ты осознаешь, что ты есть. Посмотрите, как любят на марафонах, на ретритах кричать «Я есть!». Да, пробудиться – это очень здорово. Когда ты просыпаешься и выворачивается весь мир наизнанку, это, конечно же, здорово. Но просветление – это вне анализа. Это то тело света, которому больше не нужно ничего. Но чтобы дойти до этого тела света, нужно пройти первую стадию. И первая стадия самая легкая для осознания. Это когда ты понимаешь, что твое тело может объединиться с этим эфиром и не обязательно в него что-то складывать. То есть, смотрите, шкаф, он и есть шкаф. Положите вы туда трусы с носками или не положите, он все равно будет этим шкафом. Он простоит ровно столько, сколько его древесина будет готова простоять, пока он не рассохнется, пока он не сломается. И там не будет зависеть от того, лежат там трусы или нет. Складываешь ты туда новые трусы, шелковые или хлопковые, не имеет значения, он просто будет этот шкаф. И с телом то же самое. Когда ты понимаешь, что тебе не обязательно туда что-то складывать, пельмени или чистейшие фрукты, собранные со своего огорода, свой урожай. Когда ты просто понимаешь, что это просто тело. Это то тело, через что транслирует твоя душа. Через что ты можешь показать себя, рассказать о себе, заявить о себе. Мир заявляет о себе, мир, пространство, Бог, сознание. И вот это вот проявляет себя через физическое тело. Через то физическое тело, которое ты ощущаешь, пока ты дышишь.
И только вне дыхания тебе не нужно ощущать тело. Только вне дыхания тело становится миром. Но я не претендую на истину. Я просто рассказываю свой опыт, то, что я почувствовала, и с чем я готова сравнить себя такую, такую, такую. Давайте посмотрю, есть ли какие-нибудь вопросы. Да, Боречка? Ты Боря с нами на эфире. Я однажды был на конференции йогов. Там один человек старался говорить с мертвыми. Он сомвал голову в землю и орал. Ну, наверное, у всех свои практики, у всех свои методы. Смотрите, ребят, ну мертвые, а где мертвые-то? Плотность-то единая. Вы думаете, они куда-то уходят, то есть за ними какой-то трамвай приезжает. Где-то у нас касса есть для покойников, где они там... А сегодня вот все, билеты закончились, только на завтра давайте. Пространство единое, плотности разные, но вы потом... Кто-то уже видит, кто-то потом видит. Вы начинаете видеть эти плотности, но там же тоже несколько моментов есть. И в этих моментах мы говорили, еще будем говорить... в закрытом клубе, то есть я думаю, что если я здесь буду рассказывать, то наш канал не очень понравится алгоритму соцсетей, поэтому я, конечно же, воздержусь, но могу сказать, что есть и то, что задерживается в междумирье, и когда это задерживается в междумирье, они могут проявляться только через живых, и именно тогда они выходят на связь с живыми. А живые очень часто радуются этим и думают, что они такие вот мега-мега крутые, что они их услышали. Но самой сути, почему через них это идет трансляция, почему воспользовались их телом, почему так легко через их тело это было транслировать, какой момент есть в их физическом теле, что через них можно транслировать, что они готовы транслировать тех людей, которые в междумире, ведь они не всех видят. И не все готовы про себя заявить через живых. Почему им так надо? Это тоже отдельные моменты, отдельные истории, да? Скажите рекомендации, как сухие, если есть варикоз. Но нужно смотреть, варикозы тоже бывают разные, ребят, да? Нужно смотреть, есть ли спайки. Какой варикоз? Есть внутренний варикоз, есть наружный варикоз. Есть ли тромбы, то есть такие достаточно выпирающие. И от этого нужно смотреть, можно ли идти на сухие, не загустеет ли кровь. Потому что, смотрите, когда кровь густеет на сухих, нам ее очень, очень легко привести в порядок. Это мы рассасываем гвоздику. И любые упражнения, одни из самых моих любимых, это ходьба на пяточках, когда идет естественная вибрация своего организма, своим весом на своих же кнопочках, которые пятки созданы под нас. Других таких пяток ни у кого не будет, потому что вес у вас всегда индивидуальный, походка у вас индивидуальная, даже кожа у вас индивидуальная, строение каркаса всего индивидуальное. И когда вы ходите на своих пяточках, у вас идет ваша вибрация, та вибрация, которая запускает ваш организм. Но если у вас варикоз в какой-то обостренной стадии, то вам вибрацию никакую делать нельзя организму, потому что могут спокойно оторваться тромбы, ни к чему хорошему это не приведет. Поэтому здесь нужно смотреть, на какой стадии у вас варикоз, и уже только после этого уже можно дать какие-то рекомендации. Это не все просто так. Я...
Ирина Светлана, очень ценно. Спасибо, Ирина. А если шпоры в пятках, это о чем, как вы думаете? Ну, смотря в каком возрасте. Шпоры в пятках, они тоже не... Это же воспаление. Это... Как бы вы ни говорили, это воспаление. Вот. И могу сказать, что шпоры, они на сухих днях и с магнезией, то есть шпоры, чтобы вообще облегчить вот это вот состояние ножек, чтобы было не так болезненно ходить, очень хорошо подделать ванночки с сульфатом магнезия. Это в порошочках вот этого чем чистится, да? А в порошочках вот этот сульфат магния делайте, ну, лучше, конечно же, перед сном. Делайте очень-очень теплую ванночку, туда высыпаете 2 пакетика сульфата магния, он очень хорошо вытягивает, он будет вытягивать ваше воспаление. Вот. И после того, как вы посидите там, ну, пока водичка там остынет до какой-то степени, когда вам будет уже некомфортно. Вот. Когда будет некомфортно, тогда вы делаете либо маслом дотер, очень хорошо, грушанка, она прям разбивает эти шпоры, либо каким-нибудь, может быть, у вас какое-то народное средство. Но чем-то нужно обязательно смазать то, что будет дальше. Есть масла, вот эти маслами одеваете, маслами смазываете, одеваете пакетики на ноги, на пакетики одеваете носочки, и как минимум час в этом вот сидите. И вы уже через 5 дней, если шпоры прям болезни, через 5 дней почувствуете такое облегчение, ребят. Вы даже не представляете. У меня просто ребята были, которые... Девочка у меня была, ну, возрастная такая, которая уже практически не могла ходить. Ей было очень больно ходить. Вот, и у нее настолько это было... Настолько ей это помогло. Поэтому пробуйте. У меня белый глухой кот любит меня, общаемся на кванты. О, белый. Белые, они же практически все глухие, да? У них, по-моему, 90% котов белых, они глухие, ну, малослышащие. Вот, поэтому они считаются проводниками. То есть, если черные коты, другие коты, они могут быть проводниками практически в любой мир, в междумире, то белые коты, они как проводники... детские. Если, например, детки с ДЦП, еще какие-то вот такие вот заболевания, да, аутоиммунные заболевания, особенно у деток, то дома, если заведете белого кота, то ребеночку будет прям очень спокойно, и вы найдете общий язык с ребенком. Да, белые коты — это особая раса. Благодарю. Покажите котика. А у меня 2 кошки. Они где-то ходят. Я не знаю, где. Это кролик, да. Это не кошка, это кролик. Вот такой вот у нас веслоухий Борис. Вот он целый день в саду бегает. А вечером приходит. Иногда не приходит. Дмитрий, вы будете первым. Лафлан, здравствуйте. Можно ли записаться к вам на онлайн-консультацию? Да, Марин, можно. Все контакты под видео, под любым видео. И в шапке. В шапке канала там тоже есть. Поэтому присоединяйтесь, если будет желание. Так, ну что, еще глянем, что у нас тут есть?
добра, я поехал. И тебе добра. Легкой дороги. Шпоры – это от климакса. Не соглашусь я с вами, Ольга. Не соглашусь. Я когда... У меня была практика, я работала с девочками, которые занимались, ну, просто скажу, занимались в бассейне, давайте так назовем. Вот. И у нас был медицинский кабинет, где сидели там психологи, медики, там еще что-то. И был как бы один вход и разные такие маленькие небольшие кабинетики, огражденные просто одним стеклышком. Вот. И я могу сказать, что достаточно много детишек, родители приводят детишек плавать, потому что детям, например, больно бегать, больно заниматься что-то, потому что шпоры на пяточках, причем такие достаточно болезненные. Можно ли на сыроедении есть хлопья типа геркулес, овсяной, пшеничной рыбы? Да, можно есть хоть что, только не называйте это сыроедением. Почему нельзя-то? Ребят, если вам что-то хочется, вы просто себе поймите, почему вам хочется. Почему я всегда говорю, нужно обязательно сдавать анализы, ребят. Я же не за то, что нужно лечиться у врачей, которых вы, например, не воспринимаете, не принимаете. Нет, я не про это, но свой анамнез своего организма нужно знать, потому что, например, вам хочется, к примеру, что-то хлебного, булочек, что-то еще что-то, значит, у вас не хватает витаминов группы П. Почему они у вас не хватают витамина группы П? Витамин группы П отвечает за родственные соединения мужского пола. И также о каждом продукте можно сказать. Но вы никогда не сможете разобраться, пока вы не знаете. Вы же не вечно беременная дама, даже если вы мужчина, да? Так говорите, вот мне хочется, поэтому я ем. Пожалуйста, есть-то ведь можно все что угодно. Я ни в коем случае никого не осуждаю, не против кого-то. Но вы должны понимать, почему вам именно этого продукта хочется. Не потому что голова, потому что мне так хочется, организму так хочется. А организм же из этого что-то хочет вытащить. А это хочет вытащить, потому что у вас этого нет. Где у вас этот затык? Через все вот это вы можете вообще определить, что у вас происходит в вашем мире, в вашей жизни, в вашем роде, в вашем восприятии мира. Но это вы можете узнать только тогда, когда вы будете понимать, что же происходит у вас в организме. Видите, помните, как он был маленький? Видите, как он уже вырос, какой он уже большой у нас? Такой отборечка. Да? Боречка. Да? Что, ну, можешь положить. Не знаю, вот он. Кусин покушает. Так, ребятки, вопросов больше нет. Еще вам, помимо того, что как раз я бы хотела провести эфир. Понятно, что я очень глубоко не смогу зайти, потому что, еще раз повторюсь, что... Алгоритмы Ютуба выносят страйки за определенные вещи, поэтому очень размеренно все здесь говорю. Вот, я бы хотела потом вам
через несколько дней провести эфир, в котором, чтобы вы понимали, чтобы было понятно, как работает определенный продукт, что в определенном продукте, понятно, что про все не смогу рассказать, просто не успею, в определенном продукте может вызывать недостаток, физический недостаток организма, вот этот компонент, а этот физический недостаток, он идет от того, что в вашей жизни происходит вот это вот на социальной программе. Чтобы вы понимали, какая это связь. Когда вы будете понимать, какая это связь, то вам будет проще всего выйти в состояние себя, открытости, вне зависимости от еды. Независимость от еды – это не обязательно не кушать, а независимость от еды – это когда вы четко понимаете, что для моего организма сегодня было бы благоприятно вот это вот, и у вас в голове не крутится одно и то же. Нет, я хочу вот это, я себе запрещаю. Ни в коем случае, ни про какой запрет мы не говорим. Мы говорим именно об состоянии себя, о познании себя, о познании своего физического тела. И я вам буду все чаще и чаще, наверное, рассказывать. Мы сейчас очень много роликов ходит о том, как обрести душу, как познать душу, как спасти душу, как еще что-то. Но душа-то у нас сейчас находится в физическом теле. И когда, например, болят колени, тянет почки, не знаю, там болит голова, поднимается либо опускается давление, прыгает сахар, еще что-то. Очень тяжело думать о душе, да? И все-таки было бы, наверное, правильнее, когда мы, думая о душе, будем заботиться о физическом теле, будем понимать, и что же происходит с телом, а какая точка за что отвечает, а какая мышца за что отвечает, а почему, например, латеральная кость закрывает вот эту часть лимфатического узла, что в этом лимфатическом узле скрывается, что именно за этой костью он содержится, у которой есть соединение, перекрестное соединение определенных мышц. И это, наверное, одно из немаловажных, о чем нам нужно будет поговорить с вами. И, конечно же, на ретрите, который будет вот уже на днях, уже 18 числа у нас стартует ретрит в Сочи, если кто думал, раздумывал, приехать или не приехать, то, конечно же, я с огромным удовольствием всех приглашаю. Там мы будем очень много говорить о теле. Как можно расслабить тело, как можно расслабить гладкую мускулатуру, которая разрешит тебе познать, что такое есть вот это вот пробуждение. Что есть сон, что есть осознанный сон, что есть осознанное перевоплощение, кто ты был в прошлой жизни, почему у тебя вот это болит, как тебя убили в прошлой жизни, как ты умер в прошлой жизни, что у тебя остался зажим до сих пор в этом теле, в этом мире, в этом воплощении. И когда ты это будешь все понимать, когда ты это все уберешь, когда ты избавишься от физической боли, осознавая головой, чувствуя душой, что ты корректируешь, что ты убираешь, какие программы ты снимаешь. Представляете, как будет меняться молниеносно ваша жизнь? Как победить гидру? Ну вот смотрите, ребят, вот очень много рассказывают про гидру, да? У нас жидкости в нашем организме примерно 32-36 литров. И о жидкости никто не задумывается. И вот в этой жидкости у нас жидкость, она вся идет в межклеточном пространстве. В межклеточном пространстве там жидкость, она как бы она такая склизкая, вязкая. Вязкая за счет того, что там разный химический состав белков, разные, если мы тяжным языком говорим, разные белки. Вот. Это и есть вот эта жидкость. И белки это тот
то химическое соединение, тот продукт, не знаю, назовите как хотите, где развивается, базируется и закрепляется воспалительные процессы. Но о межклеточной жидкости и о белках мы почему-то не думаем. Хотя это 32 литра. Потом у нас идет 5-6 литров, это крови. Кровь – это то, в чем хранится наша генетическая память, давайте так назовем, потому что у нас стволовые клетки, они все омываются кровью, безусловно, все омываются кровью. То есть у нас постоянно через вены, через артерии, через капилляры пропускаются ежедневно весь наш род, вся наша память, все, что с нами происходит. И это мало кого интересует. И гидра, то есть лимфа, у нас в организме ее 1,2-1,5 литров. Это чуть ли не два раза пописить. Но вокруг этого столько всех разговоров, и все ее хотят избавиться вот от этого. То есть гидра – это, по большому счету, лимфа, которая всего полтора… То есть это маленькая помоечка, которая постоянно циркулирует, выводя из организма что-то ненужное. И нам нужно не лимфу вывести, не гидру вывести из организма, а нам нужно запустить ее таким образом, чтобы она не съедала здоровые клетки. То есть ей без разницы, что съедать. Больные клетки, либо здоровые. И нам нужно просто ее отформатировать так, чтобы она поедала только, выводила из себя только больные клетки, не скрепляла их в лимфатических узлах, не выдавала их в родинки. Да, что такое родинка? Это закупоренное воспалительное соединение. Нужно же, если мы с вами будем в этом разбираться, то мы с вами поймем, как работать со своим организмом и что действительно нам нужно подкорректировать, давайте так скажем, чтобы наше тело жило-было столько в этом мире, сколько нужно, которые есть на этом мире. Давайте так это назовем. Ой, культура мухомора, спасибо большое. Что ты думаешь о целительных, очищающих свойствах талой родниковой холодной воде со льдом? Я книги мигрени читала, правда, ни одной. Что я думаю о воде? Вообще вода – это единственный растворитель на нашей земле – это вода. Это одно из самых великолепных свойств. Но я вам могу сказать, что я была в лаборатории, и мы там смотрели, показывали и на различных приборах смотрели воду. И, конечно, если в домашних условиях, то талая вода – это одна из лучших. Одна из лучших, одна из чистых компонентов, которая действительно может тебя промыть, так назовем. Но есть такой момент, и им пользуются в некоторых регионах монахи, когда они не заговаривают воду, не кристаллизуют воду, не замораживают воду, а работают с водой, которая непосредственно попадает внутрь. То есть, смотрите, вы можете... Был такой эксперимент, мы ставили эксперимент, в стакан наливали воду, в красивый стакан наливали воду, и там на один стакан, например, там играла классическая музыка, мой любимый Бах, это... Бах – это мой любимый исполнитель, композитор-исполнитель. И это были просто невероятная кристаллизация, настолько красивая. И когда человек, она красивая, и когда человек ее выпивал, просвечивала горло, и когда он ее уже пил, она принимала тот рисунок, который был сам человеком. То есть, если вот какое-нибудь унылое говно выпивало вот эту красивую воду, то она уже здесь становилась такой же, эта вода, какой есть сам человек.
Другую воду, например, там говорили, какая она прекрасная, прекрасные слова, душевные слова, и у нее тоже был великолепный рисунок. И когда человек ее точно так же принимал, она уже в горле у него принимала ту кристаллизацию, она принимала у него тот рисунок, каким являлся человек. Вот. И почему вы никогда не думали о том, почему, например, собаки и кошки настолько это настолько преданные, любящие, да, беззлостные в большинстве своем живые существа, которые могут пить самую грязную воду. Они могут пить вообще воду из лужи. И многие говорят, потому что у них на языке есть то-то, 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 то-то. Но по факту, если взять собаку, брали собаку, и она пила и эту воду, и из лужи. И эта вода, и из лужи, и из красивого стакана, с красивой кристаллизацией, она точно так же приобретала ту кристаллизацию, ту волновую генетику собаки, которая собака какой являлась. То есть поймите, как бы вы ни сделали... Что бы вы не съели такого великолепного, что бы вы не выпили такого сверхъестественного, если вы внутри никакой, то и все внутри у вас будет никакое. Но если вы будете пить даже самую обычную воду, а внутри будете ее пить и понимать, что благодарю тебя, ты каждый мой орган вычищаешь. Каждую мою клеточку вычищаешь, каждый мой нейрон восстанавливаешь. И об этом думать с такой благодарностью, то даже вода какая-нибудь хлорированная, она, возможно, даже подействует лучше, чем самая прекрасная вода. Это тоже имеет место быть. Но если у вас есть возможность вообще, в принципе, быть красивым человеком внутри и пить, конечно же, талую воду, то это будет, наверное, двойной бонус. В первую очередь вам. Услышал вас. Мир проявляет себя через физическое тело. Ваш подход очень резонирует, открывает новые границы и познания физического тела. Очень хочется больше об этом узнать. Да, с удовольствием, ребятки, буду говорить. Стоит ли очищаться содой? Вы знаете, ребят, я про соду вам пока сказать ничего не могу. Может быть, я не видела человека, который пил хорошую соду. Но при мне, когда люди пили соду, когда я видела, что происходит в их организме, то я не видела какое-то очищение. Я видела не очень благоприятные химические реакции, я бы так сказала. Но это, опять же, мое видение. Не претендую на истину, поэтому не могу ничего сказать. Сказали тебе показать. Ну, что вы там? Боритесь сюда. Вы меня с этой стороны смотрите, они на меня с той стороны сидят, смотрят. Ну что, ребятки, когда будем больше рассказывать про тело, какие у нас идут соединения, какая у нас идет цепочка, и нет ничего второстепенного. Нет ничего важнее. Все единоразово, единомоментно и все первично. Всех обняла. Благодарю за вопросы. Благодарю, что были со мной. И пишите побольше вопросов. И, конечно же, я с огромным удовольствием на них отвечаю.